I'm on the teddy bear. Всем привет! Вы находитесь на канале Love Fat, и с вами я, Лера. И сегодня я бы хотела показать вам простую домашнюю тренировку, которую вы можете провести в принципе в любом месте. Для нее вам понадобятся только резиночки. Вот такие вот у меня есть резинки. Каждая из них обладает разной сопротивляемостью. То есть, соответственно, от выбора резинки будет зависеть выбор вашей нагрузки. Тренировка очень простая. Мы с вами будем прокачивать наши ягодички, чтобы все было округло, чтобы все было упруго, как любят мальчики и девочки. Я надеюсь, что эта тренировка будет вам полезна. Ну и что ж, давайте посмотрим. Начинаем мы тренировку всегда с разминки. Это очень важно делать для того, чтобы не травмироваться в процессе тренировки, разогреть наши суставы, но и подготовить тело для нагрузки. Тренировку мы проводим с вами в круговом режиме. Один круг состоит из 5 упражнений, которые я вам продемонстрирую. Каждое упражнение выполняется в 20 повторениях. Таким образом, к концу круга вы прорабатываете ягодицы свои в полном объеме. Затем мы немножко отдыхаем, буквально 40 секунд, минутку, просто для того, чтобы восстановить дыхание, и снова делаем такой же круг. Ваши ягодицы на следующий день сойдут с ума, я вас уверяю. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Ride it, and roll alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, my soul. Ride it, ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it, ride it, my soul. Ride it, ride it, let me feel you. Завершающим упражнением нашей разминки будут приседания без веса. Здесь важно вспомнить телом, как правильно приседать. Если кто-то еще не знает, как правильно приседать, то я напомню. Угол в коленях не должен превышать 90 градусов. Таким образом, ваши коленки всегда должны быть на уровне ваших стоп, не должны выходить за носки. Спинку держим прямо, смотрим перед собой. Первое упражнение, которое мы сделаем, будет приседание также, но с резинкой. Чем хороши приседания с резинкой, так это тем, что мы даем дополнительную нагрузку статическую для наших ягодиц. Нам становится вдвойне тяжело, и наши ягодицы прорабатываются намного качественнее, чем если бы это было без дополнительных средств. Здесь важно подобрать такую постановку ног, при которой вы будете чувствовать максимальное напряжение. Если вам слишком легко, когда вы ставите ноги на ширине плеч, тогда раздвиньте их чуть в стороны. Разверните немножко носки, всегда ориентируйтесь на свои ощущения. То же самое могу сказать про скорость приседания, то есть вы можете приседать как медленно, так чуть быстрее. Я рекомендую приседать с сокращением наших ягодиц в пиковой точке, таким образом нагрузка будет еще больше усиливаться и еще больше акцентироваться на ягодице. Мы медленно достаточно приседаем, а затем встаем, не толчком, но достаточно быстро, и в конце максимально сжимаем ягодицы. Второе упражнение – это проходка в сторону. Выглядит она довольно-таки легко, но когда вы попробуете это сделать, я вас уверяю, вы испытаете достаточно сильную нагрузку. Отводим ножку в сторону, мы именно за счет ягодиц, прям концентрируйтесь, думайте о своей попе и шагайте в сторону. Шажки должны быть совершенно небольшие, таким образом вы постоянно будете напрягать вашу ягодицу, и к концу подхода вы будете чувствовать огромное сильнейшее жжение. Loneliness deep inside, I
of me. It's written in my songs. You can tell there's something wrong. I'm only happy when I hold you. When you're standing by my side, I fall into. Третье незамысловатое упражнение в нашем комплексе, я уверена, что все слышали о нем, это так называемый ягодичный мостик. Мы ложимся на коврик, упираемся ладошками в пол, смотрим перед собой, толчок совершаем за счет пяток. Опять же, подберите под себя ширину постановки ваших стоп, так чтобы вы получали равномерную нагрузку и чтобы максимальная нагрузка приходилась как раз на ягодицы. Обязательно следите за своими ощущениями. Я всегда к этому призываю всех. Мы плавно поднимаемся, сжимаем ягодицы опять-таки в пиковой точке и затем медленно опускаемся, не до конца, не расслабляемся. Еще очень хороший прием – это несколько повторений в неполную амплитуду в конце нашего подхода. То есть мы сделали 20 повторений в обычном режиме, затем еще несколько повторений в пиковом сокращении. И для самых отважных я предлагаю еще затем задержаться на несколько секунд в статике. Четвертое упражнение – это отведение ноги назад. Это упражнение наверняка все знают еще из зала. Здесь мы надеваем резинку на бедра и отводим ножку максимально назад, зажимая нашу ягодицу. Прогните спинку ровно настолько, чтобы чувствовать растяжение ягодицы. Не нужно делать гиперпрогиб, чтобы не компенсировать нагрузку, но и также не рекомендую оставлять спину полностью прямой. When I hold you. И последнее упражнение в нашем круге. Я его назвала имитация лодочки с элементами динамики. Здесь, как в обратной гиперэкстензии, мы поднимаем ножки чуть вверх за счет сокращения ягодиц. Амплитуда очень маленькая, но в конце вот этого комплекса это самое то для того, чтобы добить ягодицы по полной программе. За счет ягодиц мы поднимаем ножки чуть вверх, удерживая при этом остальную часть туловища в статическом положении. Ну и в конце обязательно задержитесь на несколько секунд в статике, чтобы окончательно убить наши ягодичные мышцы. Вот и закончили мы один круг. Вам нужно сделать хотя бы два, но в целом я рекомендую смотреть по ощущениям. Если вам стало тяжело после того, как вы выполнили уже один круг, и вы чувствуете, что пока что вы не готовы сделать второй, то оставьте до следующего раза. И потом по самочувствию постепенно добавляйте количество кругов. Естественно, чем больше вы их сделаете, тем больше нагрузка. Также вы можете варьировать нагрузку за счет подбора разных резинок. И, конечно же, завершаем тренировку мы всегда растяжкой. Не нужно делать интенсивную растяжку, да, прогрессивную. Достаточно лишь немного потянуть наши мышцы, чтобы на следующий день они меньше болели. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Ride it, and we're all alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, my soul. Ride it, ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it, ride it, my soul. Ride it, ride it, let me feel you. Rita was the club on Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your price to stop. Raise that crowd. When you look at me that way. Now we're in your order and mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. I wonder when I
can hear her shouting, banging fist against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't trying to get her caught up in a mess for real. But she came on out and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'll make you forget it all. Если вам необходимо